Hey, yo, guys, сумешмики, мы продолжаем пройдите игру под названием Steam World Dig. На самом деле, я не знаю, почему нету перевода данной игры, как она называется, по-другому. Ну, я типа переводчик юзал, да, типа машиной. О, что-то не хера. Не знаю, чем это связано, ну ладно. Пусть оно так и будет. Короче, что у нас нового? Мы получили с вами реген машину, теперь мы можем видеть ресурсы на карте. Да-да-да. Я улучшил кирку, нам, в принципе, мне кажется, осталось тут недолго играть. И скоро мы с вами пройдем всю игру. Желательно все вот этот фиолетовый. Блин, есть один участок, на который я все равно не могу попасть. И вы, наверное, уже поняли, за какой я имею в виду участок. Потому что что? Правильно, я там застрял. Ну, в каком смысле застрял? Так, лазеры убрались, как вы видите. Теперь мы можем сюда лазить. Сразу погнали за рудой. Хорош. Так и надо. Так. Бац. Так, там у нас все равно ничего нету. Вниз. А лестница у меня есть, а телепорт, я кажется, не покупал. Я думаю, он нам не пригодится. Ни хрена себе. Это вилка. Так, копаем просто под себя. Там камешки, все, что нужно. Все, что нужно. Находится под нами. Неудобно, знаете, переключаться теперь, потому что у нас лишний предмет появился. Ой-ой-ой! Все-таки он на меня выскочил. О, я вижу телепорт, найс. Кто видит телепорт? Я вижу телепорт. Задел все-таки говнюк. Ой, ладно, я все равно отхилился. Так, вниз. Сюда я немного откопаю. Чтоб я потом смог выбраться. Но это не наш телепорт, это который здесь сам стоит. Ой, а камешек я не забрал? Ну ладно. Так, вниз, да? Так бы выкопать это все дело. Бац. Готово. Блин, а, не переключайся на то оружие. Да, хорошо. Поехали. Окей. Нужно заюзать, короче, телепорт, чтобы он стал активным. В первую очередь. А во-вторых, забегать, продать, что у нас уже есть. За нее дадут хорошую цену. Так, это плюс 900, плюс левел ап. Гидравлическая система. Изи, уизи.
Ха, за рубль. Боевая система. Так, у тебя ничего больше нету. Поехали. Скорость заряда кулака. Хера себе, двадцатник. Это много. Very много. Так, хорошо. Хорошо. Это хорошо? Это хорошо. Это хорошо, потому что мы сюда прошли. Оп. Так, подожди. Сейчас мы все сделаем как следует. Так, вниз. Не-не-не, пускай я восстановится, стоять. Да ладно. Так, давай вниз. Прямой. Ага. Черт, ладно. Ладно. Сделаем все дело таким. Да? Да. Теперь сюда наверх. Так, это я заблокирую себе проход. Ага. Допустим. Допустим, так. Хороший путь, я думаю, если я создал. А давай сюда. Бац. Так, мне бы желательно в ту сторону прогрызться как-то. Один. У меня только так, такой. А, стоять. Так, вот это хорошо. Я немного закрыл, да, себя?
Я немного себя закрыл. Мне уже... Блин, я тут застрял. Ладно. У нас не так много вариантов. Погнали на свет. Лестницы докуплю как раз. Да, то куплю как раз лестницы. Так, 1200. Я могу купить еще лучше на кирку. Алмазная кирка, все. Вниз, вниз. Так, так. Ага. Блять, тогда так. Нормально. Все так и запланировано. Все так и запланировано. А вот это пошло не по плану. Бля. Поставил лестницу, знаешь. Жалко, что я не могу его сразу купить этот. Воду. Ни у кого из них не мог купить воду. Ну, вода, воду можно купить здесь, в принципе. Нет, здесь стоять. А с другой стороны, там, бачок этот. Сразу он трёшку, да, пополняет, получается, за раз. Да, так, два захода. И готово. Блин, я не знаю, почему, когда я умираю, типа, у меня вода тратится. Это плохо. Это очень плохо, на самом деле. Давайте сразу здесь проход сделаю. Смотри, вот он я. Хорошо, наверх. Так, тихо. А, вниз не получится, да? Давай, давай, давай. Черт. Вот так. Чтобы мне потом можно было выбраться отсюда. Так, отлично. Опа, это что, уже новое? Ни хрена себе. Это возвратительно-поступательно. Ладненько, я понял, до свидания.
Окей. Типа я бы обратным бы путем нормально туда не вылез. В чем прикол, понимаете? Я бы обратно оттуда не вылез. Не прикалывают вот эти ловушки, которые теперь в другую сторону направлены. В принципе, здесь можно отскочить. Здесь это не проблема. Тихо. Тихо. У меня есть кулак. Правосудие. Возвращаемся наверх. Ну, именно наверх-наверх. Сюда. О, это отлично сделал. Только мне кажется, лучше здесь немного еще побольше продырявить, на всякий случай. Сейчас вот эту сторону с вами добьем. Пойдем на ту сторону. Довольно легко делается. Тихо. Все, ловушка поехала. Ай-яй. Ладно. Нормально. Так, а теперь время возвращаться. Потому что у меня уже места нету. Видите, херня в чем? Оно все отращивается. Оно все растет заново. Блин, нужно было с разбега делать это. Ах, ты ж ёлки-палки. А вот это вот немного не додумал я. Окей. Сука. Телепорт нужно купить. Если будет, я его куплю. Потому что я сейчас скоро застряну здесь. И очень много времени трачу, чтобы отсюда вылезти. А ты знал побольше этих тварей, что живут в глубинах? Пока что нет.
Так, давай с тобой телефорт купить. Сэр. 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 Ну, я чувствую, здесь лучше броню купить и, наверное, баг. Я могу и то купить. Не знаю. Наверное, просто баг куплю. Он плюс мне пополнит весь запас воды. Потому что я часто воду юзаю. Я все равно часто воду юзаю. Не знаю, пригодится мне или нет. Ух ты ж, ё-моё. Круто. Ну ладно, поехали. Типа не выеду, да не пройду сейчас. Стоять, тут же есть. Ага, это где-то снизу открывается. Это дело. Так, кулачок. Рубин за 300. Блин, ну пули ненормально. Ладно, прыгну. Вот где у нас двойной прыжок, да? Электропрыжок. Все. Все, ребят. Теперь можно вернуться туда, где мы... Что? Правильно, где мы были. А зачем? А затем. Бац. Бац. Сука, я просто боюсь упасть. Все хорошо. Молодцы. Так, держать. Молодцы. Так, а теперь мне интересно, как мне сюда залезть к ним. Ага, с той стороны. Отпустим. Отпустим так. Бац. Добро. Камушек. 300.
Что-то было. Херась, я даже так могу. Да продолжу исследовать. А чем мне тут исследовать? Сейчас здесь просто спущусь. Наберу энергию. Вот так заряжусь, просто пульнусь и все. Давай. А я не знаю, куда мне идти. А я все равно не знаю, куда мне идти. Типа, а как мне туда попасть? Подожди, там где-то сверху я вижу. Неужели здесь, походу? Да. Так оно есть. Так оно есть. Так, а теперь мне нужно спуститься вниз безопасно. Зайти в телепорт. У меня же телепорт с собой, да? Да. Тут же этот. Тут же вот это вот. Вот это вот. Двойной прыжок. А где мы, помните? Я, блин, не помню локацию, где мы двойной прыжок должны были использовать. Куда-то не здесь, ладно. Нафиг надо. Не-не, стой, вернусь. Ладно, не открывается. Просто уже руда валяется. Так, а теперь мы сейчас с вами вернемся в этот. Ту локацию, где мы были. Ту-ту-ту-ту. Готово. Уже косарь есть. Хорошо. Так, немного тепла. Немножечко тепла. Я просто понимаю, что это уже скоро конец. Давайте, может, здесь, да, тогда телепорт используем. Банально, как раз отхилились. Опасно ли что... лишь то, как мы его применяем. И все-таки... Так, от этих штук что-то находится в пещерах. У меня мурашки по коже. Если не знаешь, как это работает, то не может знать о последствиях. Чего тебе? Давайте, ты меня отхилишь, во-первых. Купим лестнички. Что ты мне расскажешь? Ты напоминаешь мне сразу несколько моих знакомых. А поверь мне, я не видел ни одного рукожопа с такими обличьями. Ты больше похож на солдата, напарник. Окей, что ты мне расскажешь? Ты уже почти полностью соотносишь... Так, состоишь из новых частей. Только еще на тебе налезет. Интересно, что замышляет Джо? Посылает тебя... Дарственное.
Приготовлено так. Пещеры. Изяп. А, все максимально. Снижение. Ну все, ребят, это максимальный уровень, по сути. Это довольно сильно изменился с тех пор, как приехал. Если для того, чтобы копать так глубоко, нужно все эти модификации, так это сумел... Как это сумел Джон? Так глубоко закрыться с его здоровьем? Так. Неудивительно, что он уже сумел вернуться. Не сумел. Так. Потрясно выглядишь, голубчик. Смело и по-новому. Приятно видеть, как меняются местные представители ОМО. Представление. Давай посмотрим, что здесь. Снижение повреждений. Сопротивление к повреждениям, изменение глуб... Так. Углов брони и помешание монстров. Ох ты. Не знаю, не знаю, слушайте. Можно, в принципе, нафармить на вот это. Ну, потому что все уже стоит довольно дорого. Наверное, так и куплю. Можем закончить, если дальше будет, ребята, легко. Ну, типа, быстро, да, то есть соединю две серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.